Не дошел до дома. Труп мужчины обнаружили на обочине у села Кетро, Судро Киевского района. Его ночью заметил проезжавший мимо водитель и вызвал полицию. Правоохранители установили, что погибшему 30 лет. В день смерти он выпивал с друзьями, а потом один пошел домой. По предварительной версии, его сбила машина. На это указывают следы шин на теле. Открыто уголовное дело. Полиция устанавливает личность водителя, который был за рулем машины.